Самая быстрая, красивая машина в киберпанке. Телепортируемся вот сюда, мотель Sunset, и перемещаемся вот в это место. Заезжаем. И если вы выполнили все квесты с Панамы, прошло 72 часа после квеста на перепутье, у вас здесь появляется контейнер с машиночкой. Появляется квест «Рыцарь на белом коне», где вам надо обыскать синий контейнер. И вот здесь находится ключ.